Всем привет! Вы на канале «Просто посылка из Китая». Смотрите, это шарики Orbeez. Мы вот такие вот маленькие сюда закидывали. И смотрите, какие гиганты просто выросли. Сумасшедшие, огромные. Вы все просили в комментариях вот это смешать с вот этим. Сейчас мы положим большой этот шарик в микроволновку и посмотрим, что с ним произойдет. Поехали! Ну что ж, смотрите, гиганты какие просто огромные. Давайте берем тарелочку и положим один. Так, ну и чтобы не сливалось у нас с тарелочкой, я думаю, возьмем желтый. Сейчас найду я желтенький. И давайте ложим желтенький на тарелочку и отправляем его в микроволновку. Ставим и закрываем. Я не знаю, что сейчас произойдет вместе с вами. Сейчас все узнаем. Давайте выключим свет и посмотрим. Так, ну что, друзья, готовы? И запускаем. Ставлю одну минуту. Я думаю, что все должно произойти будет гораздо быстрее. Поехали. Нагревается. Вот появилась трещина, развалился. Закипает. И взрывается, смотрите, взрывается все по всей микроволновке, он взорвался. Его просто раскидало, смотрите, какие сумасшедшие. Ого, ничего себе, смотрите, все растащило, всю микроволновку, сумасшедшие взрывы. Я не знаю, как я буду... Боже, это жесть, все, выключаю. Ребята, друзья, это капец. Смотрите, что здесь творится. Просто жесть. Не засовывайте эти шарики в микроволновку. Это просто катастрофа. Я не знаю, как я все это отмою. Поддержите меня лайком, поставьте. Я не знаю, кто такого делал. Гигантские шары Orbeez. Микроволновку, смотрите, вся дверца, все забрызженное. И сам он нереально горячий. От него идет испарение. И по всей моей микроволновке он разбросан. Вы видели сумасшедшие искры? Друзья, сейчас я буду все это отмывать. Если хотите еще видео с шариками Orbeez, вы просили меня вырастить их в бензине, ставьте большие пальцы вверх и обязательно делитесь с этим видео с друзьями. Покажите, что произошло с гигантскими шариками Orbeez в микроволновке. С вами был Игорь, канал «Просто посылка из Китая». Я надеюсь, вы меня поддержите. С вами прощаюсь, до новых встреч, пока!